Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. И, конечно же, всех с праздником. Я очень рад, что этот концерт сегодня именно вот получилось, мы его запланировали, и получилось, что он начинается 23 февраля, потому что, ну, мы так как-то плавали с решением, но в итоге командование этого заведения замечательного, как я их так называю, они сказали, ну, 23 февраля это только для тебя. Это другого человека здесь быть не может. Ну, мне приятно, конечно. Поэтому еще раз разрешите вас всех поздравить. Для меня как-то вот, и я думаю, что очень для многих в этом зале, этот праздник остался именно Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Потому что мы служили, начинали служить в Советской Армии, многие в ней, только в ней служили. Мы помним этот праздник именно под таким названием, он у нас всегда в сердце так и останется. И тоже название, которое нынешнее, День Защитника Отечества, оно тоже правильное. Иногда говорят, это мужской праздник. Я говорю, не-не-не, это не мужской праздник. Это праздник именно защитников. Я знаю очень много женщин, которых я сегодня поздравлял, которые носят погоны или не носят, но именно стоят на защите Отечества. К сожалению, есть мужики, которых мужиками не назовешь, потому что они совершенно далекие от защиты. Поэтому, я думаю, я еще не один раз поздравлю всех вас, поздравлю тех, кто смотрит сегодня этот прямой эфир. Дорогие, всех поздравляю. Вот, а вначале спою песню, это очень старая песня, я даже не помню, я ее то ли курсантом написал, то ли лейтенантом. Может, она несколько наивная, но она просто про армию была. Опять стучат колеса, отставить уже, не все правильно. Опять стучат колеса, считая километры, меня по жизни носит. Дорог разбитых ветры на автомата сталь. Надеюсь, как на Бога, и вновь уносит вдаль. Моя судьба — дорога, приют мой в тех местах, где бросил я фуражку, где сохнет на гвоздях промокшая рубашка. Мой цвет один защитный, мой спутник автомат, лишь он надежный щит мой. Да несколько гранат. Мне надоело по миру носиться, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептал я тихо: мама, мама, я вернулся. Мне надоела фляга с водой или с коньяком, подай-ка лучше, мама, мне кружку с молоком. Я возвращаюсь в дом, как с улицы котенок, не воевать потом, а здесь я как ребенок. Вы можете спокойно гулять хоть до рассвета, быть может, где-то войны, но это только где-то. Хранят вас наши руки, нас не судите строго, ведь нам одни разлуки. И вечная дорога. Не надоело по миру носить, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептал тихо: мама, мама, я вернулся. Опять стучат колеса, считая километры,
меня по жизни носят дорога разбитых ветры, на автомата сталь, надеюсь, как на Бога, и вновь уносит вдаль моя судьба дорога. Судьба, дорога, моя судьба, дорога. Спасибо. Следующая песня, я просто вот сегодня не только вот праздник, ну вернее сегодня, да, 23 февраля, буквально неделю назад, 15 февраля была очередная годовщина вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. У меня здесь есть в зале немало знакомых, которые там воевали. Я как-то давно уже, теперь я просто вот звоню своим друзьям и говорю, поздравляю с праздником. Не все его считают праздником. Один замечательный человек, мой близкий друг, замечательный летчик, генерал Александр Юрьевич Черняев, он должен был приехать, но вот не получилось у него. Он говорит, а почему? Это действительно для нас праздник, потому что мы все задачи, которые нам там поручали, мы их выполнили. И когда мы выходили тоже по приказу. Вот, поэтому всех афганцев, тех, кто, как говорится, там за рекой был, я поздравляю с этим, с этой датой. Желаю мирного неба обязательно. Спасибо вам, что вы там были, выполнили свой вот этот долг, который у нас называли интернациональным. Сегодня это почему-то, ну почему-то, не почему-то, говорят, что это была первая антитеррористическая операция. Ну, наверное, это модное слово. А мы привыкли, что это был интернациональный долг, действительно. Вспоминая уже Испанию 36-го года и другие события. И моей войне конец, я живой и не остался я в долгу. Надоело мне юга, здесь пострелена нога, я смотреть на эти горы не могу. Я, наверное, устал, я свое отвоевал, до Москвы попутный порт меня возьмет. Там поеду на вокзал, я с войной завязал, я на север еду, вряд ли кто поймет. Через каждую версту я всю фляжечку карту, паровоз кричал ту-ту, поезд шел. Поезд шел на Воркуту. А блокноте адресок пульсирует висок. Я не знаю, как же мне туда войти. Вот это чужую мать и про сына рассказать, как на той войне сошлись у нас в пути. К ней так уже свинком приходил сам военком и заученную спорт намолвил речь. Мол, сынок у вас герой и за родину горой, но простите, не смогли вас беречь. Блин, через каждую версту я все фляжечку к рту, паровоз кричал ту-ту, поезд шел, да поезд шел на Воркуту. С ним ругались целый год, он был парень еще тот, я чуть что и под арест его гудбай. Он не брал тот козырек и патроны не берег, непутевый был и в общем раздолбай. Он колючий был как ежик, чуть что подпал штык нож и без повода порой всех матом крыл. Он был просто в рядовых, но в горах на боевых он от пули той меня с собой закрыл. Мир на век сошел с ума,
на душе стоит зима, и меня пора, наверное, в музей. Я смертельно одинок, а Metal Gear одинок не заменят мне погибших там друзей. Сердце больно бьет тик-так, я себя сожму кулак. Я ведь стрелянный по жизни воробей. Хоть Россия велика и дорога далека, от себя не убежать, хоть убей. Через каждую версту я носил флешечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел. Да поезд шел на Воркуту. Ну, многие знают, те, кто приходит ко мне на концерты нередко, что третью песню я пою как в каком-то виде, как третий тост в памяти тех, кого с нами нет, тех, кто шел в последний полет или на последнее задание и так далее. Сегодня хочу спеть песню. Так получилось, к сожалению, к несчастью даже. Буквально несколько недель назад ушел из жизни мой отец. Это было совершенно неожиданно. Это всегда наверняка и совершенно неожиданно. Я даже пытался, ну не пытался, мне сразу возникла мысль отменить свои ближайшие концерты. Но потом, ну, во-первых, организаторы как бы это нервно восприняли, ну, вернее, это даже не во-первых, а уже какое-то вторичное. Я позвонил своему очень хорошему знакомому батюшке, очень интересный человек, отец Валерий, настоятель храма Георгия Победоносца в Новороссийске. Он в 7-й дивизии гвардейской ВДВ службы проводит, в том числе. Мы с ним в Сирии вместе были. И он сказал, что, ну, образно говоря, дал благословение. Говорит, только обязательно спой вот эту песню, он знает мой в каком-то виде репертуар, что, собственно говоря, я делаю. Батя, здравствуй. Не верится ей Богу, но вернулся я назад в родимый дом. Батя, здравствуй, устал я за дорогу, и не спрашивай пока что ни о чем. Батя, здравствуй, был долгим год, как на войне, три за один, но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, а фразы все потом. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела? Ты жив пока, и не болят еще бока. Иду, как прежде, прямо на пролом, а жизнь стремительно бежит, и как цыганка ворожит. Но оглянусь, пожалуй, я потом. Проблемы есть, когда их нет. Не стал пока не милым свет, хотя порой трясет, но лишь слегка. На свой я вытянул билет, и с ним по жизни столько лет. По жизни еду, бог с ним, а пока. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй. Года свое клешнёй берут, и ты еще чуть-чуть, но посидел. Батя, здравствуй. И пусть календари не врут, твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я наяву, а не во сне, увидеть поскорее тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне, я год спустя, но все же прилетел. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя так отвык. И стопка
наработки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, воюю даже и во сне, покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то спину гнул и пленку 30 лет тянул, а я теперь вот так же, как и ты. Стараюсь правду говорить, не унывать и честно жить, как с мамой научили вы меня. И звезд не хапаю с небес и в грязь, пока еще не влез. Живу, как все, деньгами не звеня. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах, батя. От тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, батя. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатие руки. Счастливо, батя. Ты молодцом, и как держать? Вот только, батя, маму береги. Счастливо, батя. Не сильно верю я судьбе, но верю, я вернусь в родимый дом. Счастливо, батя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом. Спасибо. Я когда из Минска в Москву езжу, постоянно проезжаю, естественно, Кубинку, без нее никуда, никак ее не проедешь мимо. Сейчас там очень активно работают русские витязи на новой технике. Чуть ли не каждый день полеты. Вчера, вот я знаю, там звоню, разговариваю, они сидят просто вот, их приглашают там на определенные мероприятия, а они просто вот ждут погоды, потому что нужно готовиться, потому что ребята должны лететь в Малайзию на авиасалон уже на новой матчасти, на Су-30-х, СМ-3. И, ну, это замечательно будет, это будет, я верю, что это все произойдет, это будет первый визит на новой технике. Я к чему это все? К следующей песне, потому что она была написана так уже лет 7 назад, когда, ставить 6 лет назад, когда ребята первый раз за рубеж спустя большой-большой период времени вылетели. Это было в Бахрейне. Ну вот, просто вот почему-то я подумал об этой песне, именно когда узнал, что вот сейчас это такая активная подготовка идет. Летим в заморскую страну, далеко в чужих широтах, мы на военных самолетах, но наш маршрут все не на войну, летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим следы инверсионные, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе, в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коли заниматься летным телом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан, не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты.
ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш, наш открытый пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коли заниматься лётным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь каждый дуб Покрышкин Чхалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коли заниматься лётным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Сергей Маслов. Это Герой России Юрий Недвига. Это замечательный мой друг Сергей Викторович Косяков, который командовал 55-м отдельным вертолетным полком в самое тяжелое время войны на Кавказе. И я думаю, еще немало. Ласточки летают над землей низко, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода, значит, полтора, и я живой. На три умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко.
Украинщин последний этот раз. Бог решит, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пенистую мою. Подтвердят нам трассы расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он, как в фильме «Терминатор», все, что снизу, упирает в лед. Наш привет он тем и нашим ждет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Позвал же кто-то крокодилом ту, что выручает нас в бою, ласточку пенистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень, не из робких. Обложился лентами в коробках, пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен, горный край меня уже достал. К черту живописное место, все годы, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку единственную мою. Та-та-ра-па-па. Обрушили свирепость, в небе словно маленькая крепость. Мы видим огонь из всех стволов, нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что выручала нас в бою, вместе с нами на краю, ласточку пенистую мою. Спасибо. Вот когда первый раз мне довелось побывать в Сирии, это было год назад, здесь есть мой замечательный товарищ, друг. Вот он, Анатолий, я его там вижу, мы тоже вместе летаем. С группой Агаты Кристи. Это было очень интересное событие. После этого я еще несколько раз летал. Я горжусь тем, что я там за год дал 10 концертов именно летчикам.
И вот я помню, первый раз я, ну, не то, что сильно бы удивился, но все-таки это как-то так вот, когда Ми-24 там работали, думаешь, вроде бы есть вертолеты посовременнее, там, К-52, Ми-28, которые сегодня, собственно говоря, там и выполняют боевые задачи в большинстве. Но когда мы разговаривали с военными, мы, я имею в виду нашу программу на НТВ, программу «Смотр», здесь вот наш руководитель, который 2 недели с лишним в Сирии провел, Сергей Кузнецов. Вот, и они все говорили, ну, эта машина проверенная, вот, мы ей доверяем, а новое, это новое, оно уже потом, мы посмотрим. Ну, я вот думаю, к чему это? К следующей песне. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс, удобства снаружи. Бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз. И многие совсем не ожидали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы делим. Пришли не в гости, мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой, от напряжения кипиш, кабина словно дом родной, вот только жаль, не поспишь, хочется очень. Особенно ночью, который месяц не до сна, и не уйдешь на бюллетень, по распорядку здесь война, что день, что ночь, рабочий день, здесь все на пределе назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут цифры 200, духи всего крест. Прицельный марки, тонкий крестик, миг на них поставь. Чему учились все годы на занятиях и учениях? Буржуи возмущались, но случилось. Мы летели по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем цели, словно гвозди по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто very good, летать по много им нельзя, у них нормированный труд, бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее, 2 раза нам не умирать, но не привыкнуть, хоть убей, нам жить в половину и к выстрелам в спину. Минуют нас по воле фарта смерти холодок, года спустя полетные карты, выцвевший листок, напомнит нам довольно ярко ближний, но далекий столь восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому.
назначению, по самому прямому назначению, по самому прямому назначению. Спасибо. Звонил сегодня туда, там есть друзья, которые, они всегда там есть, потому что там очень быстрая ротация, ну, быстрая, я скажу так вот, по афганским меркам. Все-таки где-то так в среднем раз в 3 месяца люди заменяются, хотя и 3 месяца тоже достаточно, конечно. И вот, ну, там тоже сегодня праздник. Будильник от любимой подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра. Здорово видно с позаранку. Зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папаша. Точно, летчик, ты старя в башке. Точно, летчик, ты старя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в ЖЭСе лёдном прописался, но уже 4-й разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не слышу под собой. Лампа красная, все по форам, а мне кричат с панели хором. Парень, а нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф, топовик, ласково держись. Танцевать я в небе ринусь. Перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, а с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону. Хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Вот дают, ты слышал, милый. Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже. Я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение уткнешься. Борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, платок. Черт, и командир тут с ними растолкает всех. Обнимет.
что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам, па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую на легкие. Ванька мне доложит, бойко, что исправил пол на тройку. В горизонт выходит из пики. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу. Нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, и я и самолет. Никогда не надо сдаваться. Есть у меня некоторые песни, которые я всегда говорю. Главная суть этих песен, что никогда не надо сдаваться. А следующая песня, просто я вчера выступал в одном месте, тоже с большим концертом, и один человек, он военный, но совершенно даже другое министерство, и он мне говорит, а я однажды Ту-95 спас. Мне уже такое уже стало интересно. Милиционер. Ну, можно не совсем так, но то ведомство. Оказывается, у него дом в Дягилево, под Рязанью. И, ну, он не говорил, когда это было, но была ситуация, когда вот вдруг все рубануло, там, и привод, и все остальное там обесточилось, а в это время самолет в воздухе вертелся. А они знали, ну, руководители полетом там, или командование центра боевого применения, что человек такой непростой, что у него есть все. Вот. И, в общем-то, он как бы, они успели подключить его дизель, протянуть быстренько, значит, кабель и осветить полосу. Вот он этим очень гордится. Ну, я бы тоже гордился. Такой бомбардировщик. Большая машина. Привет, Леша. Рулюшкой на полет, на полосе кабрызом рёт, на исполнительном молитва, все по карте. Винты все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, напор, а все проблемы мы оставим там на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз, здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад, на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш порт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат по ПХ. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, мы чуть не блистерным крылом. Такие курсы, как правило, из штатов. Но не изменит курс и порт, хоть и наклеит наш эскорт. Мы посылаем их домой, к любимым лете. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и всем дикам пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги, он как для нас, как синоскоп. Нам отыскать в нем надо чертовы иголку. И ищем мы на риск и страх, авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу, командир, вдруг разорвет нему эфир. Железный ящик с
высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит, я врал. Но мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский порт, и уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой, когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потом сойдем, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места: Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. Экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. Идут в развалочку медведи. Домой, любимые медведи, медведи, медведи. Медведи. Я вот расстроился, когда сюда приехал к 5 часам, человек там все туда-сюда, как бы настраиваться. А мне, опять же, командование этого заведения говорит, а она уже здесь была. Да как же это так? А она действительно пришла на 3 часа, потому что как-то в интернете посмотрела. А здесь был 3 часа другой концерт в маленьком зале. И она пришла на 3 часа. Оставила книгу про своего отца, где даже моя песня, ну, как в виде стихотворения записана. Я очень хотел ее увидеть здесь. Я ее все время называю «маленькая большая женщина», потому что даже вот они на входе говорят, ну, это что-то, это такая вот бабушка. Ну, я считаю, нельзя ее так называть. Действительно, она маленькая, но делает такие дела, которые могут 10 человек делать. Она все время мне на концертах, когда редко бывает, спрашивает: «Коленька, а вы споете мою любимую песню?» И я в свои 50 думаю, ну да, все-таки она может меня так называть. Это Надежда Михайловна Мель. Вот. Она должна была здесь быть. Но... Ее пытались уговорить подождать, но 4 часа это, конечно, сложно. Но все равно я спою эту песню. «Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не дожил, быть бы жив, но столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, светокрылой машиной, пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Мир. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе атепаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе атепаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Редко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле, мы на ней, как змей горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет.
Только чаще в этой сказке, как устала я собраска, из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбата, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Браво! Спасибо. Жалко, конечно, что она не пришла. Она собиралась выйти на сцену, продемонстрировать эту книгу. Сейчас очень интереснейшая серия издается по линии «Комсомольской правды» и Московского государственного университета. Называется «Великие умы России». И вот в рамках этой серии вышла книга Михаила Леонтьевича Миля. Вот. Ну, там вообще очень интересные действительно книги от наших ученых там, того времени, там, допустим, Михаил Ломоносов и до наших дней. Вот, я думаю, что у этой серии большое будущее. Я просто пока пою, иногда думаю, что бы еще сказать. Я знаю, что в прямом эфире там в онлайне смотрят этот концерт близкие мне люди, или, может быть, и не очень близкие. Но я звонил тут на днях своему очень близкому другу. Он вертолетчик замечательный, уже сейчас более какой-то высокой вертолетной индустрии. Я говорю, ты придешь на концерт, дорогой? Он говорит, ты знаешь, я уезжаю в Каренбург. Или в Оренбург? Он, нет, в Каренбург. Это город Кореновск. Это вот как Сергей Викторович когда-то командовал полком, это его подчиненные, потом ставший командиром полка. Каренбурга приедет. Дима, Сергей. Дима, я знаю, что ты там смотришь. Привет тебе большое с праздником. Вот это о вертолетчиках. Следующая песня. Я все время думаю, что, ну, как-то у меня такой конкретной программы нет. Я, походу, быстренько соображаю, есть какие-то шпаргалки. Мы недавно от нашей военной программы смотрим, когда работали в Челябинской области. Было очень холодно. Ну, Урал вообще холодное место зимой, но тут были аномальные морозы. До минус 40, МЧС там как бы даже предупреждало, как мы все вымерзли. Я вот именно там вспомнил, что у меня есть такая старая-старая песня, она совершенно не про Урал. И не про танкистов, с которыми мы работали, но про такую погоду. Бранденбург прижат к земле. Неделю снежная стена, и полоса заметена. А мы мечтаем о тепле. И ледный домик, как отель, куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка здешняя метель, здесь бесполезно уповать на наш авось, да риск и страх. И мы в комбезах и лунтах, неделю вынуждены спать. Здесь остается только ждать, в буране малого окна. Не добралась сюда весна, да здесь и летом лишь плюс 5.
тепло некуда упасть. Седьмые сутки преферанс, и у меня на мизер шанс. Две малки в прикупе да в масть. Когда с погодой так везло, как нынче в картах мне везет, но за окном опять метет. И вьюга воет, как назло, к большой земле прямой маршрут. Наш штурман 10 раз нанес, метеорологи всерьез нам обещаниями врут. Мы бережем сухой паёк, и как бы на манзане вскрыть, не в масть погода, нечем крыть. И бесконечно дом далёк. А ждать всегда нелёгкий крест. И открывает экипаж, воспоминания всех багаж. Он может скрасить наш арест. Мы под арестом в Бурге. И загрустил борт-инженер, ему бы к молодой жене. Да и другим здесь не с руки, и спирта в кружке всем нальет. Под третий тост седой бортев, и выпьем молча мы за тех, кого не крайним был полет. Бруном борт прижат к земле, неделю снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. Серии про транспортную авиацию. Следующая песня как раз из этой серии, наверное. Пошел допишем небо над землей. Посадки словно знаки препинаний. Устали от неплановых заданий. Здоровый сон над несбыточной мечтой. И кто потом скомандовал? Отбой! Домой не успеваем, позвоню. Жене скажу, что снова улетаем на север, и когда назад не знаем. А сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт и из зимы отправятся в весну. Нас не курортный ждет аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз. Коллеги с бугром так не умеют. Мальчишки все притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как напис. Их уведут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь не стал для них дорогою намерений еще благих. Солдатиков на борт к нам занесут. Для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут. Бой прога, чертов чартер на войну. Луна таблеткой в блистере висит. Идем ночной лисадой к дому вместе. И привода огней, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит. И что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь.
скажу, что это кофе, а не кровь. Пел про погоду, вот еще одну спою, потому что, наверное, ничего так иной раз не впечатляет или не дает такого дискомфорта, как непогода какая-то. Ветер с утра вовсю в полях гуляет, устроили какой-то шумный пир, и тучи землю клочьями цепляют, как будто бы замерз, молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, продрог носовых плит аэродром. А земли на стоянках самолеты нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И жены радость тщательно скрывают, дождевики в слезы на стекле. Пускай гремит и молнии и сверкают, спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертит молния и зло. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненасти под крыло. А зябли на стоянках самолеты нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И время, как компьютер, вдруг зависло. Мы на высотке, будто под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел, и где-то канаты фронта гроб. Напомнит нам о том, как мы летали в свинцовых небесах дождях войны. Погода нас тревожила едва ли, летая, только ждали тишины. А зябли на стоянках самолеты нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Зябли на стоянках самолеты нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Севастополя. Ждем 9 мая. Ну, вы знаете, собираюсь, и все никак не доберусь. Как-то вот должен был с русскими витязями, со стрижами прилететь. Перебило что-то. Не знаю, я надеюсь, что в этом году это все-таки получится. Сказал про русских витязей, стрижей, да? Раз, два, три. Нас сравнивают с птицами пустое, нам просто жить без неба не по вкусу.
Мы на земле на временном постое, а птиц мы любим только не по курсу. Мы выпали из летных наставлений и, может, улыбнемся их листая. В театре мелодражных представлений мы вместе, словно маленькая стая, и верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо, мы в строю застыв. Нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардии летающая стая. Каскад фигур и перегрузки душат, и очень тяжело, но не смертельно. Зато приятный женский голос в уши настойчиво твердит, что все определено. Пусть даже сму, но мы ждем с небом встречи, ведь в небе все по-честному, не врут. Здесь крылья, как друзей, надежные плечи, а в двух руках две ручки рус и руд, и двигатели голос не сорвут. Вращаем небо, мы в строю застыв. Нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардии летающая стая. Нас в разных странах ждут аэродромы, на полную везде работать будем. А после, как всегда, вернемся к дому, а тех, кто не вернулся, не забудем. Гвардейский полк навеки наша память, Иван Никитич жду, он с нами вечно. Дай Бог успеть нам в небе след оставить, ведь летный век до боли скоротечен. И распуска мы крикнем вам до встречи! Та-да-да-дам! Та-и! Ну, это гордость России, да. Что тут говорить. Это те ребята, которые несут флаг нашего государства, представляют его за рубежом. Это реально делает, наверное, в десятки раз больше работы, чем работа каких-нибудь, там, к примеру, ну, дипломатов там, или государственных наших людей. Потому что за это можно гордиться. Когда они в стране, у нас это небывалый подъем патриотизма именно в тех местах, когда десятки тысяч людей смотрят, что происходит в небе. А за рубежом это, опять же, восторг и опасения. И если хотите боязнь, да, должны нас бояться и уважать. Следующая песня. Я ее тут уже пил в этом зале. Не буду рассказывать эту историю. Она реально имела место быть. С некоторыми, скажем так, поправками художественного свойства. Произошла она на Дальнем Востоке, в Амурской области, с моими дорогими друзьями-вертолетчиками армейской авиации, которые уже на военной пенсии, но все равно на работе в гражданской авиации. Вообще, как говорится, как-то говорят, чудные дела, говорит, господи. Вчера, опять же, вот, пел и эту песню, и на концерте, ну, такое было, такое мероприятие, присутствовало два батюшки,
Один подошел, говорит, классная песня. Вообще, мне нравится, когда человек в рясе. И так, классно. Но, говорит, вот ты поешь, человек предполагает, а судьба располагает. Лучше бы ты спела, Господь располагает. Хотя судьба — это суд Божий. Вот интересно, так разложил, говорит, каждое же слово, говорит, имеет свою подоплеку. Судьба — это суд Божий. Я говорю, ну так в чем тогда дело? Ну, значит, я все правильно спел. Человек предполагает, а судьба располагает, не узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то. Мы кладем в виражик вертолет. Как 100 лет назад в Афгане, в правой чашке друг мой Ваня, между нами Саня бортовой. И усталость трехозоя над бескрайнею тайгою. Мы жужжим, и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки, танки, можно жить и на гражданке. Главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе есть заботы, хватит нам и здесь работы. Ведь не всю же жизнь нам воевать. Снова пашем сверхурочно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги. И находим мы среди елок богом брошенный поселок, домики, как бабушки-яги. Ветер сильный на посадке, не впервой нам все в порядке. Быстро фельдшер объяснишь потом, что аппендицит случился, парень вон в живот вцепился, и девица тоже животом. Парень, фельдшер слишком бледный, первый раз летит он бедный. Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взводно-бортным с Ваней принимать. Навсегда мне Ваня жалко тех мальчишек, что в повалку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как 300-й, тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет, парень точно не забудет этот наш неплановый полет. Что-то там ему отрежут, будет жить в тайге, как прежде, может, нас когда-то поменет. На сносях у нас девчонка голосит, ну так уж звонко. Саня, быстро, что там, доложи. Командир, отходят воды. Прилетели это роды, мы ж не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает, нас со светки окружают. Бедный фельдшер проглотил язык. Примет Санечка младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно: «Мужик!» Та-ра-та-та-ра-там, парам-па-па-па-пам. Та-ра-та-ра-ра-там, мужик! Та-ра-ра-там, парам-па-па-па-пам. Та-ра-та-ра-ра-там. Работяга наш Ми-8 от грозы нас всех уносит. Снова мы как будто на войне. С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Мы ж теперь обязаны вдвойне. Человек предполагает, а судьба располагает. В этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, от нас маршрут потом удвоил. А в итоге прилетело 7. Вылетали точно. Трое нас умножили на двое, а в итоге оказалось 7. Та-та-та-та-там, па-па-па-па-пам. Та-та-та-та-та-там. Вот седьмой ряд, но мужик. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там. Спасибо. По секрету скажу, там действительно ситуация была примерно такая, вот кроме ребенка. Надо же было что-то выдумать. Однако в Беларуси я давал недавно концерт, и вот бах, так они это, статью, что вот Николай Анисимов присутствовал при родах. Там, я, значит,
корреспондент, там девушка такая уважаемая. Я говорю, ну что ж ты, ну ты же на концерте была. Я же рассказывал, что ну, не совсем оно было так. Андрей, зато как интересно. Воздухом густом расплавлен, родились тучи бегства. Под завеску я заправлена, и подвешены все средства. И летит сирена, воет, опустили капониры. Пахнет в воздухе войною, значит миру не до мира. Миру явно не до мира. Ночи, видимо, до ночи, день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль как большие лица не нашли для мира повода, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, время члена всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я обрисываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем всех, кто снизу. Нам послед огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах, где там небеса. Хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где там небеса? Где-то в небесах.
в небесах. Браво! Браво! Перекур, Андрей.